вообще ни разу не рассказывал про Esquire Picnic, если честно, хотя до этого снимал уже несколько раз, наверняка вы видели на канале. Esquire — это журнал, ему 88 лет, 33-го года открылся, был запущен. А пикник они устраивают 7-й год подряд. Вообще крутое мероприятие, мне очень нравится. Плюс, кроме Esquire, здесь еще партнеры, вы наверняка заметили. Но с ребенком, конечно, идешь здесь, ну, с таким маленьким, как Алекса, то долго не погуляешь. Нужно домой возвращаться, кормить лисенка. Хотя она хорошо плохо покушала, но Диане тоже нужно сейчас ехать дальше по работе. К сожалению, в этот раз мы не до конца. А так, когда остаешься до вечера, то вообще шикарно. Лекса, ты куда ножку скидываешь? Как же давно не было таких массовых мероприятий, будто вечность. Это словно глоток свежего воздуха среди всех новостей о пандемии. Просто посмотрите, сколько подарков приготовлено для гостей еще. Точнее, сколько было тут и сколько еще осталось. При том, что сколько людей посетило. Но нам уже бежать пора. К сожалению, не успели полностью насладиться этим пати. Сюда нужно реально на весь день и до вечера, до конца. И хочу еще добавить об этом пикнике, что здесь любой может человек участвовать, купить билеты. Он в конце каждого лета проводится, но в этот раз за карантина чуть позже провели. И кроме того, что совершенно любой может поучаствовать, здесь очень много разных ведущих, телеведущих, радиоведущих, блогеров, артистов и так далее, медийных личностей, с кем можно просто в неформальной обстановке познакомиться поближе, пообщаться, сделать фотографии, просто наслаждаясь жизнью, также с семьей вместе приходишь, наслаждаясь. Очень классное мероприятие. Esquire, за это спасибо.